Генеральний партнер програми – клініка «Інтосана». Медицинская статистика в Украине. 65% людей умирают от сердечно-сосудистых заболеваний. Более 10% от заболеваний органов пищеварения и органов дыхания, что свидетельствует об отсутствии политики формирования здорового образа жизни в стране. Человек – сложная система, а болезнь сигнализирует о сбое в ней. Мы спешим заглушить боль, не заглядывая в первопричины заболевания. Решать все эти проблемы мы будем в телепроекте «Доктора». Впервые в Украине создан телепроект «Реалити», в котором осуществлен комплексный подход к лечению человека. Вы заглянете за кулисы медицины, увидите все этапы диагностики и лечения, услышите, как проходят приемы и консилиумы докторов. Кто же стал героем нашего телепроекта сегодня, мы узнаем с вами прямо сейчас. Герой этого выпуска программы – Игорь Андамасович Жуканов. Вся моя деятельность вращалась вокруг телекоммуникационной сферы и сферы информационных технологий, еще начиная со школьных времен. Хотя мои предпочтения лежали несколько в иной области, но поскольку я интересовался всем подряд, то эта сфера тоже меня интересовала. Игорь Андамасович закончил Одесскую национальную академию связи. Благодаря своему образованию работал на предприятиях сферы телекоммуникаций, на руководящих должностях. В силу того, что мы своими силами монтировали телекоммуникационные площадки, то и физические нагрузки присутствовали в полном объеме. То есть что-то разгружали, поднимали, переносили. Данные нагрузки, а также и другие внешние факторы негативно отразились на здоровье Игоря Андамасовича. Поэтому он обратился в программу «Доктора» за помощью специалистов. Добрый день, Игорь. Добрый день. Я хотела начать наш разговор с того, довольны ли вы своим самочувствием. В целом, да, но у меня есть как бы ряд определенных жалоб на свое самочувствие в последнее время. Даже не так как самочувствие, как на вообще мое состояние в целом. Ваше состояние в целом, вы бы себя отнесли все-таки к здоровым людям с некоторыми проблемами или к больным людям? Я чувствую себя как бы не то чтобы смертельно больным, но у меня есть вещи, которые хотелось бы понять причину этих вещей. То есть у меня присутствуют там давние боли в спине, и в течение последних полутора лет я сильно потерял в весе. Две такие очень значимые проблемы – боль и вес. Да. Если мы вернемся к спине, вы первую ее назвали, она больше вам докучает? Ну, бывали периоды, когда мне просто трудно было ходить, то есть до такой степени. А сколько лет, вот вы можете сказать, я чувствую позвоночник? И какой отдел все-таки ваш самый? Поясничный отдел позвоночника, и как бы проблемы эти… Но отчетливо проявляться начали где-то к году в 2004-2005. Второй момент, очень важный по поводу веса. Сейчас сколько, какой у вас рост и сколько вы весите килограмм? Если 1,88-1,73 килограмма. А самый большой вес у вас какой был? Порядка 96-97. Это последний раз когда было? Это было где-то порядка 2 лет назад. 2 лет назад. За эти 2 года изменилась ваша еда? Вы перешли на какой-то другой способ питания? Нет, я не переходил на другой способ питания, реже питаться не стал. И как бы последнее время даже наоборот стараюсь есть большими объемами и более качественную пищу. А потеря сил, утомляемость, слабость, может быть, головокружение, что-то еще? Я на это не обращаю внимания. На какое-то. Единственное, что физической силы, той, конечно, которая была до этого, нет даже в меня. То есть я четко понимаю, что я там не могу поднять там такие же предметы тяжелые так же легко, как до этого, но при этом мне стало значительно легче там подниматься там по лестнице, ходить на большие расстояния. Курите вы или нет? Нет, не курю. Не курите? Никогда не курю. Молодец, здорово. Бывает ли у вас кашель? Вот так, что вы кашляете и не понимаете, откуда вы кашляете? Нет, такого нет. Нет, непонятные подъемы температуры. Вы можете их замечать, вы можете не замечать. Только если гриппом заболел. Оправданные, то есть оправданные подъемы температуры. Если по пятибалльной системе оценить вашу трудоспособность, как бы вы ее оценили из того, что бы вы хотели? Ну, я думаю, что на 4, наверное, классно. Все как бы. Тогда очень хорошо. Давайте мы сейчас с вами договоримся, мы вас посмотрим. И придем к тому решению, которое позволит вам, во-первых, развеять свои тревоги и довести вашу работоспособность и
те задачи по весу, по отсутствию болида, какого-то ну, вот состояния 4 с плюсом 5. Это было бы хорошо? Да, это было бы замечательно, конечно. Договорились? Да, спасибо большое. Лабораторные исследования наш герой пройдет в лаборатории ИБИС. Ему сделали общий анализ крови на гликозилированный гемоглобин, инсулин, сывороточное железо, кальций, также печеночные пробы и анализ крови на уровень содержания в крови гормонов щитовидной железы. Нужно отметить, что благодаря лабораторным исследованиям, сделанным в ИБИС, доктора получат информацию о внутреннем состоянии организма Игоря Андамасовича. Уже по этим результатам они увидят, где его организм дал сбой. Кроме этого, сделаем акцент на том, что лабораторные исследования позволяют увидеть те первые сигналы организма, которые доктора никогда не пропустят. Уловив их на раннем этапе, врачи назначат необходимую профилактику, не дожидаясь того момента, когда человек уже будет серьезно болен. В рамках диагностики доктора направили Игоря Андамасовича на рентгенографию органов грудной клетки, УЗИ органов брюшной полости, почек, щитовидной железы. Кроме этого, доктора использовали и современные прогрессивные высокоинформативные методы диагностики для обследования кишечника и эрогоскопию, 12-перстной кишки и пищевода, фиброгастродуоденоскопию, прямой кишки, фиброколоноскопию. В рамках консультации Игоря Андамасовича осмотрели врач-эндокринолог, врач-невролог и хирург. Имеющимися результатами лабораторных исследований, диагностики и осмотров доктора собираются на консилиум. Добрый день, уважаемые коллеги! Мы собрались сегодня для того, чтобы обсудить результаты обследования пациента Игоря Жуканова, 45 лет, который обратился с жалобами на три такие большие проблемы. Первое, в течение 2 лет он достаточно похудел с 96 до 78 килограмм. Он не находит этому такого очевидного объяснения, и это его тревожило. Вторая его ситуация – это достаточно интенсивный на протяжении многих лет боли в пояснично-крестцовом отделе позвоночника. Часто обострение доходит до степени инвалидизации, когда резко ограничено его движение и трудоспособность. Третье – это достаточно сниженный фон настроения и трудоспособность, которая зависит от этого. Элина Владимировна Бережная, врач-кардиолог высшей категории, заведующая многопрофильной поликлиники Интосана, кандидат медицинских наук. Я хотела бы, чтобы по результатам исследований каждый высказал свое впечатление по поводу формирования и формулировки диагноза. Татьяна Евгеньевна, вот, наверное, с точки зрения боли... С точки зрения боли в спине и того, что мы выявили на магниторезонансной томографии пояснично-крестцового отдела, у нашего пациента имеется достаточно большая грыжа межпозвонковых дисков. Это 2 диска, которые оказывают сдавливающее действие на корешки нервов и вызывают болевые синдромы, иногда приводящие действительно к неподвижности, к ограничению двигательной функции. Татьяна Евгеньевна Калюжная, врач-невролог высшей категории отделения кардиососудистых патологий, неврологии и эндокринологии. Вторая его проблема – это сниженный фон настроения, тревожность некоторая. И, в общем-то, мне кажется, что потери веса его могут быть связаны именно непосредственно с этим. Ну, коллеги еще расскажут о том, что мы выявили в других ситуациях, но путь такой вот. Александр Викторович, по поводу вот этих моментов, связанных с потерей веса, мы всегда боимся, и пациент, естественно, тоже опасается неприятностей, да, очевидно. Ваше впечатление по поводу результатов обследования Игоря? Значит, мы провели весь спектр исследований, которые предполагают в данной ситуации. Мы исключили онкопатологию со стороны хирургической
хирургических органов брюшной полости. Значит, у него в результате этого обследования выявлена желчекаменная болезнь и хронический калькулезный холецистит как следствие. Александр Викторович Шкурат, врач-хирург отделения хирургии, травматологии и лор-заболеваний. Одной из причин снижения веса, как мы знаем, может быть нарушение функции щитовидной железы. В этом плане больному был проведен полный комплекс обследований УЗИ щитовидной железы и исследований активности гормонов щитовидной железы. По результатам исследований мы увидели, что нет нарушений функции щитовидной железы, и тем самым этот момент был снят с повестки дня. Но также для того, чтобы оценить все-таки объективно вес пациента нашего, мы решили посмотреть на него с точки зрения исследования его индекса массы тела, то, что является наиболее таким информативным показателем. У Игоря рост 188 сантиметров, и изначально его вес составлял 96 килограммов в 2011 году. И при расчете индекса массы тела мы получили, что у него избыточная масса тела, да, потому что индекс массы тела был 27 килограмм на метр квадратный. Татьяна Витальевна Турская, врач-эндокринолог высшей категории. Сейчас, оценив его индекс массы тела при весе 73 килограмма, мы получили, что его индекс массы тела 20,5 килограмм на метр квадратный. То есть это абсолютная норма. Если резюмировать то, что вы сказали, на сегодняшний момент мы Игорю можем выставить такие, фактически, то, что я услышала от вас, распространенный остеохондроз пояснично-крестцового с преимущественным поражением пояснично-крестцового отдела позвоночника, грыжи с рецидивирующими корешковыми синдромами и нарушение функции первой и второй степени, да, в зависимости от фазы, желчекаменная болезнь, хронический калькулезный холецистит вне стадии обострения, хронический необструктивный панкреатит, клинический с минимальной внешней секреторной недостаточностью и астенический синдром и с элементами депрессии соматизированной. С точки зрения вашего взгляда на Игоря, тактика медикаментозной, реабилитационной, общих рекомендаций, вообще об оперативном лечении идет ли речь, о какой-то рекреации, вот те этапы, которые мы будем с Игорем проговаривать и осуществлять? Пока об оперативном лечении таких грыж речь не идет. Это ситуация, требующая, в общем-то, лечения как медикаментозного, как этап какой-то, ну и, естественно, занятия правильной гимнастикой, физкультурой, кинезотерапией, массажем и так далее, и так далее. Желчекаменная болезнь, в частности, хронический калькулезный холецистит, является показанием для планового оперативного лечения. Вот, вообще плановое оперативное лечение – это лапароскопическая холецистектомия. Вот, так как одной осложнениями данной патологии и так далее является причиной 60% острого панкреатита является именно желчекаменная болезнь. Когда звучит слово депрессия или астенизация, всегда вопрос, а не место ли антидепрессантов? Пока мы еще не использовали ничего из всего перечисленного, чтобы сразу человека, так сказать, давать ему антидепрессант и вот жить с ним. Надо попробовать, в общем-то, подойти к этому иначе немножко. И даже психокоррекция в реабилитационном плане, вот работа не с психиатром, а с психотерапевтом, здесь, мне кажется, более важная, чем назначение антидепрессантов. Все ваши заключения вы оформите письменно, для того, чтобы мы могли дать резюмирующее заключение с четкими рекомендациями Игорю для дальнейших действий. Спасибо. Спасибо. До свидания. В результате консилиума доктора рекомендовали Игорю Андамасовичу пройти медикаментозное лечение, лапароскопическую холецистектомию, аппаратную физиотерапию, придерживаться диеты с ограничением животных жиров и желчегонных чаев, заняться кинезитерапией. Сейчас время нашему герою узнать о них. Добрый день, Игорь. Добрый день. Как ваши дела? Да, вроде все хорошо. Я хотела бы сейчас резюмировать те моменты, которые выявились на обследовании по поводу ваших основных трех жалоб. Первая вещь касается веса. В данной ситуации обследование кишечника, желудка, пищевода, брюшной полости. Показатели крови показывают о том, что на сегодняшний момент думать о каких-то опасных вещах не приходится. Это очень хорошая новость. Второй момент – это то, что когда мы подсчитали соотношение вашего веса и роста, так называемый индекс массы тела,
оказалось, что вот тот вес, который вам нравился, который вы считали, что он был более интересен для вас, это был избыточный вес. На сегодняшний момент у вас ровно середина нормы. То есть соотношение вашего веса и роста является сейчас оптимальным для всех жизненных рисков. Второй момент – это то, что у вас есть желчекаменная болезнь. И те маленькие камешки, которые есть в желчном пузыре, 3-4 миллиметра, два маленьких конкремента, кажутся человеку совершенно маленькими, безопасными и не доставляющими никаких неприятностей. Тем не менее, именно вот это обстоятельство заставляет мне сказать вам, что лучшей тактикой, например, вашей было бы с этим желчным пузырем попрощаться. Я, судя по вашему лицу, понимаю, что на сегодняшний момент вы будете думать над этим вопросом. Да я как бы подумал, поскольку я не веду никакой там кочевой образ жизни и всегда нахожусь в рамках доступности скорой медицинской помощи, в частности там Индосаны, и живу недалеко. Если что, приду пешком на операцию. Я поняла. Это, кстати, очень хорошая и важная мотивация для того, чтобы рекомендованную плановую операцию, ну, как бы отсрочить. Вам противопоказаны желчегонные сборы, вам противопоказано именно не просто ограничено, а противопоказано очевидно жирная пища. Я как бы ем достаточно такую постную еду, то есть отварное мясо, каши всякие, супы, то есть я не налегаю на жирное. И вот с точки зрения питания, значит, ваши риски тоже достаточно маленькие. И третий момент касается вот этих болей в спине. Естественно, особенности вашей работы и то, что вы мне рассказывали, поднятие тяжести без каких-либо методов, мер защиты, конечно, спровоцировало более, может быть, раннее старение, изнашивание самых уязвимых мест вашего позвоночника, пояснично-крестцового отдела. Те моменты, которые касаются кинезитерапии. А кинезитерапия какого плана нужна? Очень хорошо использовать те виды, которые делают декомпрессию, то есть уменьшают сдавление дисков. Это, как правило, растяжки на доске Евминова. И очень важный момент. Если вдруг мужчина должен иногда взять тяжести, у вас должен быть всегда с собой пояс, который позволит удержать пояснично-крестцовый отдел во время каких-то вынужденных тяжестей все-таки в каком-то таком фиксированном положении, чтобы не было смещения и более серьезных изменений в области диска, в области корешков и особенно спинного мозга. А в плане моих проблем со спиной, какие вы порекомендуете действия с моей стороны? Какую-то, может быть, физиотерапию необходимо пройти, помимо медикаментозных каких-то методов? И у вас первым будет все-таки для увеличения противовоспалительного, противоболевого действия метод ультразвуковой с введением противовоспалительных препаратов под воздействием ультразвукового поля. Да, я буду стараться выздороветь. И еще есть такие очень хорошие растительные препараты, которые позволят улучшить настроение, дать такой боевой дух. Я думаю, что этот вопрос мы тоже с вами решим. Не хочу принимать никакие препараты, связанные с изменением моего внутреннего состояния психологического. Оно мне нравится. Между прочим, имеете право. Давайте тогда попробуем через движение, через уменьшение боли, через оптимизацию своего режима. Не менять внутренний мир, а оставаться таким же прекрасным и вдумчивым, каким какой вы есть. Спасибо вам. Счастливо. До свидания. Чтобы убрать боли в поясничном отделе, по рекомендации врачей Игорь Андамасович проходит ультразвуковую терапию. Она оказывает комплексное влияние на организм. Это своеобразный микромассаж тканей, приводящий к образованию тепла, стимуляции тканевого обмена и процессов регенерации, повышаются иммунные свойства организма. Кроме того, ультразвуковая терапия вызывает усиление кровообращения и микроциркуляции в тканях, мышечную релаксацию, повышение проницаемости клеточных мембран, ускоряет регенеративные процессы, восстанавливает проводимость импульсов по нервным волокнам, оказывает обезболивающее, противовоспалительное, спазмологическое действие. Поэтому нормализуется функциональное состояние периферических и центральных отделов нервной системы, улучшаются адаптационные и трофические функции различных систем организма. В рамках нашей программы «Доктора» и выбранного Игорем Андамасовичем курса «Больше уделять внимание своему здоровью» он отправился в стоматологический центр «Авасак», чтобы пройти профессиональную гигиену полости рта.
попадая в нашу клинику, с пациентом начинает работать не один доктор, а многопрофильная бригада врачей-стоматологов. Это и ортопеды, и терапевты, и хирурги, и ортодонты, также врач-гигиенист. Помимо профессиональной гигиены полости рта, нашему герою провели реставрацию поврежденного зуба. Поскольку он передний, то специалисты использовали те современные материалы, которые позволили им воспроизвести по внешнему виду эмаль здорового зуба. Люди боятся стоматологов, поэтому, как правило, очень часто приходят уже с довольно-таки запущенными проблемами, которые чаще всего заканчиваются дорогостоящим лечением, именно имплантацией и протезированием. Поэтому своевременная санация, своевременное лечение может сэкономить ваши деньги, а также и время, и мы можем отделаться, так сказать, маленьким испугом, чем мы будем уже сталкиваться с более серьезными какими-нибудь проблемами. Напомним, что одна из основных целей лечения зубов – это их сохранение. Ведь, как говорится, вставить зубной протез никогда не поздно, а свой, естественный зуб нужно стараться сохранить до тех пор, пока это хоть сколько-нибудь рационально. А теперь Игорь Андамасович приступит к выполнению следующих рекомендаций докторов касательно здорового образа жизни. Рубрику представляет мастер спин. В соответствии с рекомендациями врачей, Игорь Андамасович побывает на уроке кинезотерапии в фитнес-клубе «Стронджей». Здравствуйте! По назначению врача вам было предложено заниматься на профилакторе Юмина. Собственно говоря, вот он перед нами находится. И первое упражнение, которое предложил освоить инструктор нашему герою – скорая помощь. Нужно отметить, что оно помогает снять болевой синдром. Откуда возникает у нас боль? Потому что идет ущемление нервного корешка. Будь то грыжа, будь то протрузия. Все идет воздействие на нервные сегменты. То есть за счет этого может отдаваться боль у нас в ногу, если это у нас задействован поясничный отдел. А теперь упражнение «Гусеничка». Следует сказать, что все упражнения, которые предлагал инструктор нашему герою, были направлены на устранение боли в позвоночнике, возникающей у Игоря Андамасовича из-за имеющейся межпозвоночной грыжи. Мы работаем на укрепление мышц и в то же время на самовытяжение позвоночника. И упражнение для проработки тазобедренных суставов. У нас основная задача – это не силовые упражнения, то есть, а заставить работать мелкие мышцы спины. А теперь растяжка. Ведь еще одним заданием перед нашим героем стояло поработать не только над вытяжением мышц, а и над их укреплением. Отметим, что во время занятия происходила комплексная проработка мышц всего организма. И напоследок комплекс упражнений без применения доски Евминова. Этот комплекс инструктор рекомендовал Игорю Андамасовичу для самостоятельного выполнения в домашних условиях. Как ваше самочувствие, как вы себя чувствуете? Отлично, очень приятное ощущение. В пояснице, да, ощущение? Да, очень хорошо, стало полегче, потому что я пришел, у меня болела поясница, сейчас как бы вроде бы отпустилось. Замечательно, жду вас на следующую тренировку. Что ж, настало время уделить внимание правильному питанию. И в этом нашему герою помогут специалисты программы доктора и их современный, умный и мобильный робот Термомикс. Сегодня мы будем с вами готовить три блюда, не содержащие жиров. Первое – это напиток из шпината и петрушки. Второе блюдо – это суп из цветной капусты, капусты, брокколи. А третье блюдо мы будем готовить на приставке Варома на втором ярусе индейку с овощами. Для напитка нам необходимо приготовить сахарную пудру. В приборе Термомикс встроены весы. Включаем весы, добавляем сахар в чашу, 45 грамм. И за 8 секунд мы приготовим сахарную пудру. Мы добавляем шпинат, петрушку и половиночку лимона без цедры.
измельчаем, мы добавляем в воду. Наш напиток не просто полезный, он еще и насыщен кислородом. Следующее блюдо, которое мы будем готовить, это суп из цветной капусты и капусты брокколи. Нам необходимо в чашу опустить лук-порей, корень сельдерея и пастернак. Далее мы опускаем цветную капусту, капусту брокколи. И заливаем водой. Вторым ярусом в приставке «Варома» мы будем готовить индейку с овощами. Устанавливаем ее на крышку чаши и задаем время. На табло вы увидите, у нас будет 20 минут. Нам очень удобно, через 20 минут наш термомикс позовет нас, что его необходимо выключить. Устанавливаем кнопочку «Варома» для того, чтобы создался пар для приготовления блюда на пару. Блюда в термомиксе готовятся очень быстро. И самое главное, мы одновременно готовим два блюда. И первое, и второе. Он нас позвал. Мы снимаем верхний ярус. Травы. Соль. Перец. И в течение 30 секунд мы будем пюрировать наш суп. Суп готов. Теперь мы добавляем оливковое масло. При приготовлении мы не добавляли ни соль, ни перец в индейку. Я предлагаю добавить соус, какой вы хотите. А я сегодня добавляю бальзамический крем. Обратите, пожалуйста, внимание на наше блюдо, на цвет наших овощей. Они сохранили свой естественный цвет. На прекрасный напиток, который остался в таком же состоянии, как мы его только что приготовили. Желаем вам приятного аппетита и будьте здоровы! Участие в программе для Игоря Андамасовича открыло мир медицины с прогрессивной стороны. Я был приятно удивлен уровнем наших докторов, которые мной занимались. Приятно поражен их высокой квалификацией, тем, как они добросовестно подходят к вопросу лечения и диагностики. И уровнем диагностических наших лабораторий тоже был приятно удивлен. И уровнем диагностического оборудования в клинике, в которой меня обследовали. То есть я понял, что уровень медицинского сервиса у нас очень высок. Кроме того, развеялись и страхи нашего героя. В связи с потерей веса я подозревал, что у меня, вероятно, какое-то заболевание, ведь не на ровном месте. Я так похудел, но по итогам обследования выяснилось, что у меня ничего серьезного нету, то есть все как бы в рамках нормы и как бы просто надо вести правильный образ жизни. Желаем Игорю Андамасовичу только приумножать полученные во время программы знания о том, каким образом следить за своим физическим состоянием и, конечно же, здоровья. Кто может стать партнером телепроекта «Доктора»? Только лидеры отрасли, клиники с высокой компетенцией и научным авторитетом. Кто может стать героем телепроекта «Доктора»? Именно вы! Каждый зритель имеет возможность пройти кастинг на участие в телепроекте и узнать все о своем состоянии здоровья, чтобы вовремя предпринять шаги к его сохранению. Запись на телепроект по телефону 300-887. Генеральный партнер программы – клиника «Интосана».